Обязательное социальное медицинское страхование. Старт 1 июля 2017 года. Первыми взносы и отчисления делают работодатели и индивидуальные предприниматели. Как? Первое. Необходимо перечислить деньги через любое отделение банка второго уровня или Казпочты. После. Средства поступают в правительство для граждан, где проверяют данные получателя страховки. Далее. Проверьте платеж в течение 2-3 рабочих дней. Если в данных получателя обнаружена ошибка, платеж вернут в банк. Если все данные верны, вы и ваши работники внесены в список застрахованных лиц. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 1414 или на сайте Фонда социального медицинского страхования.